соединения. Ну как я вам, девочки? Ой, что мне сделать? Надо как-то перевернуть. А вот. О. Hello. Ну как ты нам, девочки? Иди сюда поближе. Музыка, где наша музыка? Мексика будет с музыкой. Так. О, здравствуйте. Ой, Светка, привет. Ириска. Санаева 5. Ната Салагут. Вероника. О, что это такое? Патрисия. Как подключиться? Что? Мама, ты сказала, что ты знаешь. Эй, привет! Так, Олеся, Елена, миссис Мексика, что-то там. Подождите, а как это добавить? Что будет ожидание? Я так еще ни разу не выходила. Эй, привет! Привет, кукуруза! У меня так темно по сравнению с тобой, да? Да, у нас тут вообще полный фэшн. Блин, сейчас, подожди. Какая у тебя красивая подсветка! Да, да, да. О, вот. Привет! Просто мимишная. Привет. Посмотрите, что это. Вау. Вау, да, у меня вообще здесь чил. Вон у меня кровать подсвечена. Да, много света. Ухонька. Ой, как круто! Подоконник. Это светодиодные ленты. Да, у нас тоже такие были. Очень круто. Я так вообще такие штуки люблю. Ну что, моя ну дорогая? Ну что, как проходит Мексика? Ваш... Как проходит ваш карантин? Блин, а почему такие маленькие экранчики? Нет? Бесит немножко. Ну что, как проходит ваш карантин, девочки? Ну, наш карантин проходит, собственно говоря, вот так. Ты вообще, да, не скучаешь? У тебя там нет, мы тут еще не одни. У нас тут просто бабье царство, бабье царство. Чем вы занимаетесь вообще? Сколько у тебя уже карантин? А я сейчас покажу, чем мы занимаемся. Чтобы ты понимал, чем мы занимаемся? Ну, как бы... Это... Подожди. Это просто то, что осталось было... А, нет. Господи, это, я как посмотрю, что там... Это все булки, ты понимаешь? Вот, только-только. Только-только вот из печи. Вот тут, а тут лепешка. Господи. Главное, что есть мука, короче, и сосиски, да? И дети. О, блин. А сколько у тебя уже длится карантин, Алён? Слушай, ну а сколько он у нас длится? С четвертого? Ой, пугаешь. С четвертого, что я сказала. С 29-го. Почему ты заела? Это у меня там звонок был. И что, короче, вы не работаете. И еще сидеть месяц дома. Целый месяц, знаешь, не так страшно, типа... Не то, что дело не в том, что скучно, а в том, что на одном месте, типа, сидеть 4 отрезка. Вот у меня, вот мой карантин. Палочка. Ну, в смысле? Ну, кто там тебя обижает? Си. Магия. Магия, давай ты пойдешь, палочку найдешь. И сейчас будет волшебство, хочешь? Сейчас наколдую, короче, сейчас наколдую. И ты будешь всегда веселой, никогда не будешь плакать. Поняла? Давай, ищи палочку, быстро. Сейчас Мексика все сделает. Мексика сказала мне... Я взмахом своего бокала. А что за бокал-то, не пойму? Бокал для гномов. Но в этом бокале я сегодня просто приготовила вкусную курочку и решила выпить свинца.
Блин, что-то мы не подготовились, понимаешь, а надо было. Ты булочками подготовилась. Булочками. Я булочка. Нет, если честно, я уже поправилась, чтобы ты понимала. На самом деле это очень серьезно, это грозит. Господи, чтобы ты понимала, я пытаюсь поправить свой зад. Вот, типа, хоть бы уходила всегда в одну точку. Нет. Весь у меня уже зад получается по всему телу. И ты потом как сосиска, как гусеница такая по квартире передвигаешься. Так, а что тут у нас? Я скину с кошатиной, которая с сардельной. Боже! Жирная кошатина. Так, ну так, что? Ну что? Ребята, мы вообще-то не поздоровили. Как вообще? Подожди, как бы мы же разговариваем теперь на все темы. То есть я просто, ну, мы как бы без границ, правильно? Ну да, как да, бы, да. Вот конечно. Как обычно, да, вот встретились мы с тобой, прически делаем, да, и говорим обо всем, о чем мы хотим. Да. Итак, моя дорогая, скажи мне, пожалуйста, ты просто недавно слышала, мне птичка на хвосте принесла, что был какой-то... Сейчас, подожди, давай, давай я знаю, что сделаю, я надену наушники. А, давай, а, давай, я тоже сейчас мне кажется, я слишком кричу, и меня это бесит. Так, давай, я тоже сейчас одену наушники. Где мои наушники? Мне уже показывают, где мои наушники. Господи! Боже, что это? О, боже, что за принцесса? Не могу понять. Что это? Да. Так, у меня где-то были мои наушники. Так, подожди, Синенька, у нас сейчас небольшая рекламная пауза. Так, сейчас я тоже подключусь. Секунду. Блиц-опрос. Приемки. Приемки. О, я нашла наушники. Кстати, очень крутые наушники. Привет, ребята, привет всем. О, прикольно. Господи, ведет ли... О, я слышу, нет, это я наушники одевала, а ты знаешь, одеваешь наушники и так. Да. Блин, такая. Ну что, мы можем, в принципе, продолжить что-то там? Интересно. Да, да. Так, здесь... значит, ну, мне тут недавно было известно, что ты что-то где-то куда-то съехала, расстались вы. Было такое? Ну, короче, да, было. Ну, как было, нет. Типа, все нормально. Все нормально? Но, да, все нормально. Просто я... А кто это тебе? Где-то ты вообще услышала? Ты же мне рассказала. Кто хотел к ореху там? Блин, да. Ну, короче, нет. Типа, я просто... Знаете, этот карантин... Черт бы его побрал. Нет, все нормально. Это так, чисто... Не знаю, что ответить. В смысле? Ну что случилось? Расскажи. Нет, что ну в смысле... Ну в смысле, ты уехала, вообще дома не жила. Да, несколько некое дней время сколько, была сколько? У подруги. Алена, ладно. Да, несколько дней я жила у подруги. А, вот. И, короче, думала собирать все свои вещи. Ну, а, есть... уже нашла квартиру. Я должна была на нее съехать через полтора месяца. Спустя полтора месяца. Правда, я понятия не имела, где бы я жила эти полтора месяца. А вот, ну... Ко потом... мне бы приехала, что-то у нас тут девятеро. Устроено, действительно. А, но потом все разрешилось, и сейчас я приготовила вкусную курочку, мы ее поели и счастливы. А, да, да, да. Так, ну что, ну хорошо, потом бонусом ты нам в конце тогда покажешь свои сладкие отношения, да? Да, союз? Хорошо. Ну, то есть это бонусом должно быть в самом конце. А, ну, блин, ну ты же мне покажешь, как это? Так, ну как это, знаешь как? Подожди, вот вопрос такой у меня к тебе, моя дорогая. Вот причинно-следственная связь меня интересует. Что же послужило причиной для такого следствия? Как, то есть серьезный момент вообще, ты квартиру хотела снять. Ну, да, Алёна уехала, вещи перед собрала. Перед тем, как я тебе что-то скажу, скажи мне, пожалуйста, у тебя что-нибудь двигается вообще, там, комментарии, просмотры? У меня, да. Да, у меня двигается.
Внизу у меня его не двигается. У меня, кстати, посмотри на мой маникюр. Что ты понимала? Сейчас я, подожди, Алён, сейчас почему-то у меня ничего не происходит. Сейчас я к тебе заново подключусь и сразу начну с ответа. Давай? Давай. Hello, hello. Готовьте свои вопросики, самые-самые, что бы вам хотелось узнать. Будем все спрашивать, на все отвечать. Мне самое очень интересно, мы тут все заскучали. Так, посмотреть. Миссис Мексика. Миссис Мексика. Так, миссис Мексика, добавить. О, теперь, ну, да, а я так и была сверху. Я сверху. А ты как любишь, больше сверху? Знаешь, это по настроению вообще. Да. Это, что, да, я помню, что ты спросила. Знаешь, я вот тоже долго, типа, у меня было все это время подумать вообще, в чем дело. Ну, типа, почему так происходит. И я поняла, что все, что происходит, вот здесь лежит у меня, если честно. Все обычно, вот такие подобные ситуации, либо какие? Из-за... Ну, в смысле, там, типа, взять вещи, уехать, там, почему? Уехать. Что случилось? Я говорю, из-за... Есть либо реально конкретные проблемы, либо есть в голове, ну, тараканы, которые мешают. Ну, лежать. В голове тараканы, но... это понятно. А какая ситуация послужила? Блин, сейчас я просто, подожди, какая? Блин, ну как так? Да, как так? Короче, просто типа... Просто не одна, об этом очень странно говорить, когда за твоей спиной сидит парень. Вот, понимаешь, как бы, а вот так... Ну ладно, что? Что сейчас? Мне просто стало грустно. О, а теперь мне очень весело, мне нужно твою дочку, чтобы мне дома жила. Как поворачиваться и веселиться. В общем, о чём я говорила? Ну, что же послужило? Просто тут причиной. Никто вообще не понимает, о чем речь. Хорошо, причина, почему ты хотела уехать из дома, ну, снять квартиру, не ночевала дома 2 дня. Ну, что случилось? Что? Что могло такого произойти, чтобы вот, ну, ты взяла, уехала из своего дома и захотела, ну, снять мне квартиру? Мне стало очень грустно, я почувствовала себя одинокой. И я поняла, что если я уеду, то как бы... Единственное, своим уездом я могу поправить свое здоровье. Ну, типа там, переосмыслить что-то, подумать, побыть наедине самой, сама собой. Я уехала, вот. То есть ты стала одинокой, и ты захотела уехать и побыть одна. Так. Нет, понимаешь? Там непонятно кроется. Ну, ты, конечно, мышка маленькая. Мне кажется, ты в той сфере работаешь. Нет, ну, короче, в смысле, Алена, ну что к чему вообще не могу понять? Я так, не была готова. Тебе стало одиноко, значит. В общем, да, мне стало просто грустно, серьезно. Мне в момент стало грустно. В этот день я возвращалась с вокала, у меня был вокал. И в этот день, знаешь, я, ну, что-то как-то по самочувствию взяла такую грустную песню. Возможно, это тоже меня сверху накрыло. Я, короче, какая песня была? Какая песня была? Сейчас скажу. «Девочка, танцуй». Артик. А что там? Ну-ка, спой. А, кусочек. Я не знаю слов! Мы знаю. Должны понять, что в песне было причиной того, что ты уехала. Так. Давай. Как мы поем? Нет, я эту песню, если честно, максимум, что и мы можем с тобой спеть, я могу спеть. Конечно, с тобой Риану Даймонд, но не Артик и Асти, «Девочка, танцуй». Ну давай, давай, давай. Два занятия. Я не пела, а Даймонд, ну давай споем. Так,
Ну что же, нет, подожди, мне еще не выяснили, то есть я стала одинока, ты захотела короче, побыть одна, просто... уехала из дома, нет. захотела снять квартиру. Что же там нет, произошло? Нет, я ехала домой, мне было грустно. Так. Я почувствовала себя одинокой, я прихожу домой, и, короче, я говорю, мне грустно. И когда мне стало грустно, и хотелось, чтобы меня, наверное, как маленькую девочку пожалели, обняли, сказали, что все хорошо, но... И этого, тебя не пожалели. Этого, да, так не сделали. Я, короче, психанула. Ну, как это даже на следующий день произошло. Я психанула. Ну, как я психанула? Я решила, что, значит, так, послушайте меня сюда, блядь. И я уехала. Я поехала к своей подруге. Была у нее дня 3-4. Хотела снять квартиру, потому что тебя не пожалели. Нет, там что-то скрыто. Да, нет, да. А ты знаешь, что мне мой психолог говорит? Кстати говоря, очень такая вещь классная. Вот в отношениях, когда взаимоотношения мужчины и женщины, то есть, ну, когда там любовь, брак, то есть никто никому ничего не должен. То есть когда ты это осознаешь реально, ты это делаешь искренне. То есть ты ничего не ждешь. А когда ты ничего не ждешь, то тебя ничего и не расстраивает, то что ты ни на что не надеялся. В смысле? Я сделал это искренне от всей души. А когда ты обижаешься, то есть что не ты, да, как бы ты обижаешься, на тебя, тебя не пожалели, да? То есть вот какая фишка. Мы сами должны себя жалеть. Ну, я поняла, я об этом тоже пожалела, думала, что сам ты говоришь. Такой еще говоришь, я такая классная, молодец, я себя пожалела. Это не то, типа, это, я поняла тебя, о чем ты говоришь, я с тобой полностью согласна, и, возможно, ну, типа, на это мне тоже... Ну, короче, блин, на самом деле, ой, извините. А, нет, у меня наушники. Это эмоции, тихо, но мы же еще не знаем, что в комментариях кто сидит. Короче, на самом деле, типа, знаете, что... Нужно любить себя. Ну, да, короче, не любишь... Да, нужно себя любить. Да, сама свои себя. Потребности тоже должна удовлетворять. Если ты сама о себе позаботилась. Да, конечно. Удовлетворила свою потребность. Ну да. Какую? Какую? Тебя надо было пожалеть. А, вот у меня тоже недавно такая ситуация, и я думаю, блин, он не заботится о моих чувствах. В смысле? Сама взяла и позаботилась. Вот, да, вот так нужно. Ну, блин, а мы об этом забываем, то, о чем ты говоришь, забываем из-за, ну, общего быта, из-за других вопросов, которые перекрывают вот эту любовь к себе, короче, и ты просто потом не думаешь об этом, в твоей голове абсолютно другие вещи, ты вообще потом, когда слышишь, вот это заело, короче, на такой момент. Ты знаешь, что самое интересное? Ты так и не ответила на вопрос, почему ты хотела съехать из квартиры. Вот этот вопрос. Сейчас, подожди. Так, ну что, в Мексике плохая связь. Ну, жду тогда от вас вопросы, подожду ее еще 5 минут. 5 минут? Здравствуйте. Здравствуйте. Инна, здравствуйте. Лалели. Сильви. Мариша. Ирина. Бег, Асу, Арина, Алина, Мексика, ёшкин кот. Так, где ты, моя девочка? Где ты, моя девочка? Мы живем в городе Москва. Привет, Букова. Правильно я говорю? Елена. Ты все съедешь? Да!
да, так. Кто там у меня? Мексика, ну где ты? Мексика, скучаю по тебе. Котёнка. Энергосбережение. Уход за лицом. Мой очень прост. Я вам... Кстати, я скоро пост опубликую. Взаимное имя. Я Елена. Как дела? Принимаю. Давай уже, что ты? Кстати, ты мне так и не ответила. Я тебе сейчас даю 2 минуты, чтобы ты мне точно ответила на вопрос. Алена, на каком этаже живешь? 27-й. 27-й этаж. Так, где Илья? Илья, наверное, дома в Петербурге. We love Russian, but we can't speak Russian. Hello! Огромный привет твоим дочуркам, они такие сладкие, спасибо, здравствуйте. Так, ну где там есть? Ну нету здесь запроса. Зрители, добавить. Мексика, я тебя уже сама добавляю. Зачем тогда мужчина, если сама всему... Вот вообще хороший такой... такая тема классная. Типа, когда ты такая эмансипированная, да? То есть, как вообще быть мужчиной? Как, в смысле, я все сама? Сама да, кстати, сама. Вот типа, зачем нужен мужчина, если ты сама все можешь? Я типа чисто ворвалась такая. У меня просто перегрелся телефон. Так, а мне надо, кстати, зарядку срочно. Молодец, давай. Так, и что? А мы сейчас покажем вам Илью, сейчас мы поговорим еще об Илье. Ну и что, о чем мы говорили? О том, что... Мы говорили, почему ты все-таки хотела уехать? А где моя зарядка? Ты понимаешь, что я на работе оставила? Это будет капец. Я хотела уехать, потому что мне стало грустно и одиноко. Одиноко стало в доме, где я живу не одна. Все, я решила уехать, потому что... Ну, короче, никаких конфликтов не было, просто стало одиноко. Да, такая, я хочу обратить на себя внимание, сейчас я да уеду, нет, он будет меня возвращать. Да нет, какое внимание, Алёна, нет. И поехала, ты, чтобы он тебя возвращал, чтобы обратить на себя внимание, только поэтому. Нет, ну не на себя обратить внимание, на себя. А на проблему. Типа, какую проблему? Это проблема? Проблема? Это проблема? Алена, я не могу понять, блядь, что происходит. Вот ты сама сказала, это таракашки в твоей голове, это не проблема. Нет, тараканы, я уехала не из-за таракана в голове, внимание. О, может быть, вот так можно перевернуть? А тогда ты будешь сбоку. Ты сбоку любишь? Алло. Я на приеме. У врача, да. Так, и что, короче, ладно, ты меня вот сыпишь вопросами, а теперь мой, нет? Да ну, да ради бога, ты не ответила, моя дорогая. Я тебе ответила. Какой у тебя там толчок послужил, что тебя вытолкнуло из дома? Ну ладно, хорошо, ты хотела обратить на себя внимание, я делаю такой вывод. Я хотела обратить на себя внимание, чтобы меня возвращали. Как будто я с Владом Кадони, короче, общаюсь, который всегда вот пытается идти... против того, что ты говоришь, взяв альтернативную сторону, чтобы вывести тебя на чистую воду. Но, как говорится... Ну, конечно, мы уже поняли. Тебе не хватило внимания. Нет, блядь, да. Это не так. Так, а что? Аля, вот, типа, понимаешь, да. В чем прикол? Да. Ну, вот, типа, я не готова вот это вот всю... Потому что он сзади сидит, и ты не готова мне что-то делать. Нет, не в этом, всю сердцевинку как бы выковыривать, и вот сюда... А мысли? Мы же решили сегодня выковыривать. Но выковыривать нет, типа, понимаешь, если бы я только что пришла с дома 2, и я бы... Я встречалась с мальчиком, который знает реально всю подноготную, вот, а до я, типа, с утра до ночи, если бы видели наши отношения, я бы могла об этом поговорить, а так, типа, никого виноватым оставлять, выгораживать кого-то, нет, потому что, типа, сейчас для многих, да них нет, нахуй, короче. Не сегодня. То есть никто никого не бил, за руки не хватало. Да нет, ничего. Конечно. Просто, да что, просто он тебя игнорировал, не пожалел тебя. Такая, так, моя ножка, хоть чтобы он меня возвращал, хоть чтобы он меня обращал внимание, мне мало внимания, хочу. И добилась, он тебя вернул, у вас было примирение. Ну, возможно. В смысле?
Ну, в смысле, нет, ну ты не права, блин, ты просто... В смысле, я не права? Ты вообще офигела, Алена, официально я тебе вот что скажу. Возможно, если бы его не было в Инстаграме, и он был бы медийным лицом, я бы, блядь, рассказала все. Но поскольку... Ну, рассказала! После этого, мы вообще не, мы вообще, я не понимаю, о ком мы говорим. Ты сказал, что потом покажешь. О ком мы говорим, собственно? Что за персона? Ты слышишь что-нибудь? Ты что-нибудь слышишь, что я говорю? Он не слышит, он вообще не понимает. Нет, как его использовали, чтобы внимание обратили. Ах ты! Алена, ты не права, ты не права. Ты сейчас сама делаешь так, чтобы я сидела. Капризная Мексичка топнула ножкой. Ты хочу внимание, я так покажу, что он меня возвращает. Еще я сейчас сделаю такую ход конем. Я поеду, я сниму квартиру. Сейчас я его напугаю до полусмерти. Он пугает и бросит. Нет, пугала я, нет, нет, пугала я раньше. Но в этот раз я уже... конкретно решила, что я съеду. Вот, чтобы ты понимала. Потому что она не обратила на тебя внимания. Ну, не верю. Я не верю, не верю, не верю. Не верю. Хочется, не верю. Хочется матюкаться, если честно. Давай. Но нельзя. Но нельзя. Нельзя, нельзя, нельзя. Короче, вот пока, как бы там, Алена пытается вывести меня на черную воду. На чистую воду. На розовую. А вот вопрос, как бы, Алена опять помирилась со своим мужем? Ну-ка, ответь-ка мне на вопрос, Аленочка, что это мы сходимся, расходимся? У меня что не было это? Мужа Ли, с бывшим мужем я не мирилась, ну, у нас нормальные дружеские отношения, потому что у нас общая дочь, он мне даже недавно помог, перечислил мне финансы, потому что мы вроде более-менее наладили отношения. Вот в этом месяце тоже жду, что мне помогут. А Илья, мы не были женаты, не замужем. А у меня вопрос, слушай, а когда вы последний раз с ним общались? Вот, ну, типа, держали близкую связь, ладно, начнем так. Ну, вот это, типа, важно просто. Ты знаешь, по-моему, месяц назад, вообще мы расстались в декабрь, в конце января, где-то 26-го, 27-го, вот так вот, мне кажется. Это был окончательный наш расход, может, 25-го. Вот, потом он как-то еще заходил один раз в студию, и все, и потом, ну, как бы хотел вернуть отношения после того, как он там что-то натворил, ну, и в итоге все. Ну, в смысле, там, для себя, не для меня что-то натворил, ну, наши дороги разошлись. Не первый раз уже ваши дороги расходились, вот пишет. Ну, а вот Алена еще не расходились. А знаете, я вот приду к Алену на наращивание волос, сижу, мы с ней болтаем, болтаем, и думаю, господи, наконец-то. Типа, я так рада, что, ну, как бы она там взяла себя голову. Потом, прихожу домой, через два дня, захожу в эфир, смотрю, она плюшки с Илюшей крутит. И я такая, да что ж ты будешь делать в самом-то деле? Алена, уже можешь определиться? А вот тут да, теперь... я уже определилась. И ты же новости не знаешь? Маленький такой. Нет. Нет, конечно. Ну ты же не знаешь, ты же ко мне не приходила на наращивание. Я с тобой еще не делилась. Но сегодня вот поделюсь новостью своей. Так, это что ты хочешь сказать? Да я тебе расскажу. Ты хотела что-то спросить, и я потом тебе обязательно расскажу. Я хочу. А мне уже неинтересно спрашивать. Да, я уже хочу спросить. В смысле, типа, у тебя мужчина? Ты беременна? Нет, да, от плюшек. Ты же гладишь так... свой живот и говоришь, у меня такие новости. Просто живот. Ну, как бы, блин, ну что? Вот. А что? Вот. Я беременна своими сосисками в тесте. Да. Ален, а вот здесь... Нет, давай сначала скажешь ответ, потом вот здесь задали вопрос, мы на него ответим. Я тебе скажу, какой. Что тебе какой? Скажи? Что? У тебя нового? Где? Что нового? Где? Ты сказала, у тебя нового. У тебя появился мужик? Да, я тебе... Нет. А что? Баба, блядь? Нет. Кто? Ну... В смысле? Я думала, что я никогда не разорву эту связь. Я думала, что... Я думала, что это вот, знаешь, я просто даже недавно, у меня, знаешь, были такие чувства, я думала, боже, ну как я вообще смогу дальше, ну, то есть без,
Ну, потому что очень сильные были эмоции, очень были сильные чувства. Ну, что ты тебе на кота за ящик тянешь? Ну, вот как ты думаешь, я так сияю? Ну, блин, ты просто... Ну, ты просто... Я начала просто себя, себя любить и начала сиять. Ну, себя любить-то я люблю. Угу. Что? Ну, ты покрасила цвет... Так, в смысле? Я стала блондинкой. Что со мной случилось? Ты стала блондинкой? Да, я стала блондинкой, это тоже. Слушай меня, послушай, нет, вот, кстати, что касается цвета волос, очень сильно влияет на то, как ты себя чувствуешь и ощущаешь в жизни. К этому вопросу мы вернемся попозже, нужно поставить на пометочку. Я себя ощущаю очень свободно, свободно. А что в итоге? Это же не все, помимо цвета волос. Что? Что помимо цвета волос? В смысле? Когда сияю. Мексика, ты не поняла? Ты не поняла? Почему ты сияешь? Да. Ну, ты покрасилась, ты счастлива. Да, я покрасилась, я счастлива. Ты переживала, что я там опять буду плюшки крутить. А я тебе говорю, что... Нет! Все хорошо, я свободна для новых отношений. А, ты для... об этом? Ну да, я типа об этом. Алена, знаешь, мне кажется, когда... ну, как бы это грубо не звучало, когда не за твоей спиной, а когда рядом с тобой есть человек, с которым у тебя вообще 50-50, непонятно, то ты и так свободна. Ну, типа того, что ты не можешь... В смысле, за твоей спиной ты сейчас про 50-50 сказала? Да нет, хватит перекручивать, блядь! Ты только что собиралась уезжать! Нет, за твоей... Квартиру снимать 50-50! Нет, я тебе о том, что не те 50-50, а когда другие 50-50. 50-50? Алена, ты вызываешь меня на батл, я не могу понять. Мы петь-то будем, нет? Подожди, послушай меня, окей, типа ты, я поняла, что ты свободная, все прекрасно, но мне кажется, если бы в твоей жизни появился мужчина достойный тебя, то какие бы там у тебя, кто бы с тобой плюшки не варил, то тебя бы могли завоевать. То есть, не понял? Нет, не я важно, свободна. Не важно, я себя чувствую. Я свободна и счастлива. На доме два, пожалуйста. Пожалуйста, онлайн-трансляция. Я красивая. Алена, нет, подожди, вот тут пишешь, что две девочки обсудите лучше, как кто проводит карантин, будет интереснее. Да? А я вам скажу, а я жру, вам скажу. Собственно говоря, жужу. Я вот эти вот дни пыталась, ну, типа, не пыталась, я занималась другим, я читала книги, учила английский, и за все это время еще ни разу не позанималась спортом, не порастягивалась, ничего не сделала, ну, в плане физической нагрузки. Но знаете, да, что... Да ладно, не верю. Нет, твое право не верить. А почему ты не веришь? Нет, что ты думаешь? А вот там кто сзади лежит. С кем мирилась? Короче, Лена, послушай меня. Нет. Я так и не узнала. Ну, блин, потому что это жизнь. Это жизнь, Алёна. Ну, вот, это же ты хотела уезжать? Съезжать. Не, секрет там свой держишь. Я, возможно, невозможно, я могу с тобой этим поделиться. Но никогда, блядь. Извините меня. Ты слышишь, что? Крашеная. Алена, короче, вот, кстати, насчет карантина. Вы спрашиваете, как я проводила. Как мы проводим карантин? Знаете, я вот сижу в Телеграме, мне мой друг скидывает, говорит, тут появилась новая группа моих друзей. А моих друзей не можешь поддержать? Я такая захожу, смотрю... Группа называется «Рик в Морти». Захожу и смотрю, что там. И я серьезно, я залипла на минут 10, перелистывая вот эти картинки, короче, слива, типа, там, популярных звезд, не звезд, голые, не голые, видосы всякие. Я залипла, короче, и вступила в группу, и не... ну, то есть, типа, он попросил меня
сказать об этой группе у себя в стори. Но я думаю, не хочу я об этом говорить, вы что, прикалываетесь, типа, папа мой смотрит на меня. Я листаю, листаю, такая, один листаю, два листаю, три, четыре. И, короче, открываю группу, смотрела. Открываю эту, Алена, если честно, вот эта дичь настолько, она, типа, тебя манит, особенно, когда ты видишь опять какой-то новый прикол, но не суть. Я захожу, но для этого мне понадобится попросить телефончик. Ну, давай. Если на самом деле ты не против, что, можно взять телефон? В смысле я против? О чем ты вообще? Можно взять телефон? Можно взять твой телефон? Мне нужно сфоткать кое-что. Что? Можно взять твой телефон? Нужно кое-что сфоткать. А можно взять твой телефон? Так, сейчас, подожди. Сейчас, Ален, подожди, прям секунду, вот прям секунду. Стич, прости, я села на своего кота. Милого там нам не показала своего. И все, повисло. Нет! Мексика, где? Мексика, я тебя удаляю. И жду тебя вновь. Здравствуйте, Юля. Здравствуйте, Сапожникова. Так, Алена Красотка, как приятно. Привет. Так, Аленушка. Карина Боня. Людмила. Так, посмотреть. Мексика, я тебя сама добавляю. Ты куда-то все время исчезаешь? Спасибо. Илья где-то, наверное, в Петербурге. Спасибо. Привет, Самара. Арина, спасибо. Сапожникова. Are you single? Yes, I am single. Single? Не нужна она. Кто? Такая шикарная, такая прелесть. Привет с Казани. Казань, огромный привет. Машка просто. Какая же ты милая. Ой, Какая мамочка, это твоим девочкам. Привет из Краснодара. Плотников. Эй. КРД косметик. Эй. Такая красоточка, Ларушенька. Спасибо. Привет из Краснодара. Адыгея, привет. Спасибо. Где Мексика? Привет Дагестану. Вот такая милая, прям лучезарный человек. Спасибо. Привет, Казани. Посмотреть, Мексика. Давай. Где ты? Куда делать Мексика? Привет, Алтайскому краю, принцесса. Спасибо. Сгрицанга, кто это? Алло. Hello. Короче, извиняюсь, просто тут делаю скрин. Главное эту фотографию удалить с телефона Артёма. Короче, я просто хочу... Я тебе как бы до этого писала, могу ли я ее показать в прямом эфире. Ну, я не видела, о чем ты говоришь. Ну, хорошо, короче. Пожалуйста! Что? Это не реклама. Девочки, пожалуйста, не нужно сейчас это принимать как рекламу. Для Ильи. Ну, потому что я считаю, это реклама, Алена. Это чистая реклама. Ну, чего? Давайте посмотрим. Итак, короче... Что же он рекламирует? Пожалуйста. Ты готов? Как у тебя интернет вообще? Видно все? Ну, у меня все видно, да, как бы, чтобы все нормально так было. Я не думаю, ты и так все увидишь прекрасно. Ну, ты-то уже видела, ну, боялся. Короче, я, значит, есть такая группа, я захожу, смотрю на нее. Сейчас я перелистну фоточку, прям секунду. Ладно, покажу так. Три дня.
Все, значит, смотри. Показала ты мне? Сейчас, нет. В смысле, я ничего не поняла, о чем ты. Значит, захожу я и здесь. О, то такой фоточки я не видела, смотри-ка. Вот это что-то новенькое. Я много видела фотографий. Слушай, неплохо, да. Ну да, неплохо, поэтому... Ну хорошо рекламирует тебя. Я и говорю, что как бы это была сейчас, девочки, не реклама, пожалуйста. И несмотря на то, что Алена с ним не общается, не нужно это сейчас брать как за чистую монету и пользоваться этим, девочки. Ну, в смысле, как, ну там же реклама. Пожалуйста, нет, я считаю, это хорошая реклама, Алена. Хорошая реклама. Никто не спорит, реклама хороша. Всегда, всегда. Шок-контент, шок, быстрее. Блин, я вот, честно, это когда я сейчас скажу, это было... А я еще, мне кажется, вы еще на тот момент общались или нет? И я такая увидела, думаю, когда это было? Сейчас. Чем, а можешь? Сейчас. Иди, пожалуйста, поголь. Ну давай найдем, когда это было. Хотя ты знаешь, я просто увидела и не такое до того, как мы последний раз помирились. Ну ладно. А уже после, что там было? Вот, потом. Сейчас тебе скажу, когда это было. Блин, я типа не из тех, кто вот сливает. Да только не заканчивай трансляцию свою, Мексика! Есть, не зависла. Сейчас. Когда это было? Это было... Сейчас. Это было прошлым летом. В сентябре. Нет, это было не в сентябре, я не помню. В январе. Нет, я не знаю, когда это было. В сентябре? Нет, это было... Я, не помню, когда мы... Вот, в общем, я ждала, думаю, ну, когда-нибудь выдастся момент. Да когда это было-то? Да, в принципе, конечно, не особенно важно. Но это было в этом году, это 100%. И это было... Я могу посмотреть по своим. Как ты думаешь, а для чего эта реклама? Ну, я думаю, просто это... Ты думаешь, что он рекламирует? Нет, да не он рекламирует. Что он рекламирует? Я думаю, что не он рекламирует? Его рекламируют? Да, в этой группе сливают, фотографии. Я думаю, что он кому-то отправлял эту фотку, и, ну, возможно, судя по всему, какой-то девочке. И эта девочка... А где он стоял? Я не знаю. А что там было вокруг? Сейчас я скажу. Ну, я такой фотографии не видела. Мне такой фотографии он не отправлял ни разу. Ну, сейчас я тебе скажу. Это был... Это, короче, где-то... Знаешь, как будто бы идет ремонт. Где-то идет ремонт. Ремонт идет? Да. Я не вижу. Сейчас. Ну вот, короче. Чтобы не было видно. Да, вот. Хрен пойми. Ну, короче, вот здесь душевая кабинка. Вот здесь тоже какой-то ремонтик. Ну, короче, я не знаю. Ну, короче, я не знаю, но он уже лысый. Это факт. Кто именно? Илья. Пожалуйста. Ладно, шутки шутками. Ален, скажи мне на самом деле, вот честно, давай... Типа мы тут отвлеклись, я показываем. Я эти фотографии не видела, это не мне он отслал. То есть что? Он ее отслал другой бабе? Ну, когда? Ну или мужику. Да ладно, ты что, эту фотографию увидели все? Ну там четыре. Ты что? Алена, а с чем у тебя твои плюшки вообще? Точно с сосисками? Яблоками, с сосисками, с картошкой. Тебе какой? Не с грибами, не с сушеными грибочками случайно. С грибочками у меня тоже есть. Слушай, короче, Алена, ну и что? Вот у тебя есть месяц. Давай лучше не будем говорить об этом всем. Как бы оно нам надо вообще. Вопрос, собственно говоря, вопрос. Так. Да, нет, просто вот какие у тебя планы на ближайший месяц? Вот 30 дней еще карантина. Понятное дело, ты будешь дома. А, я хочу начать вкладывать на новую квартиру. Хорошая. Идея. То есть я хочу приумножить и начать. Нет, у меня сейчас, на самом деле, тоже еще есть планы по приобретению недвижимости. Ну, не той, которую я хотела. Why? Ну, пока я советовалась с моей любимой Светочкой, которая очень об этом осведомлена. Mm-hmm. И
короче, она мне сказала, не бери пока так много, потому что... Ты хотела взять несколько квартир. Это очень тяжело психологически, сразу? Нет. Это было... Просто то, что мне хочется, стоит очень дорого. А то, сколько я могу первоначально внести, то есть заставить меня взять очень большую сумму. Поэтому я посоветовалась и решила, что я пока возьму не такую большую, вот пока буду жить тут, где живу. И просто буду откладывать, чтобы не так много брать. А может, вообще отложу? А да. Ты вообще хочешь квартиру снять там, где ты сейчас живешь? Не, я снимаю. Квартиру я снимаю. Но буду брать то, что в ипотеку поменьше. Буду здесь недалеко брать, но не тут, не прямо в этом районе. Ну, ближе к рабочей, да? Да, да, в этом районе возьму. А потом... Цель моя, конечно, собственно, недвижимость. Недвижимость для детей. Потом детям... Это все в ближайший месяц. Ой, обеспечить детям счастливое будущее, хорошее обучение. А у тебя малой сколько лет взрослый самый, когда она идет в школу? Вот в этом году сейчас пойдет уже 6 лет. 7 будет. Ты уже нашла школу, все, да? Просто у нас уже записали, да, прямо здесь вообще 5 минут. Офигеть. Ну что, Алена, я тебе могу сказать? Ну что, ты меня хочешь поздравить? У меня был такой мужчина. Что теперь все увидели, какой мужчина у меня был. Да ладно, на самом деле, слушай, все мы люди, вон Адам и Ева, вон раньше все только ходили голыми, а сейчас придумывали эти трусы с одеждой, приходится ходить всем закрываться. Нормы эти, да, социальные. Что это, кому оно надо? Да не говори. Вообще нормальный мальчик, чего? Не стесняйся. Да вообще никто против ничего не имеет, просто раз уж ты заговорила, то и я заговорила. Конечно, раз уж... Ну как можно такую красоту скрывать, боже. Слушай, это... Ты оценила? Я? Ну, да. Если честно, как бы... Ну как? Я единственная... В смысле, у тебя лучше? О чем... Я единственная, о чем я задумалась в этот момент, ты знаешь, о чем? Так. А тебе ли была эта фотография отправлена или нет? Нет. Но это на самом деле... Этой фотографии у меня не было. Он мне ее не отправлял. Знаешь, ну и... Ну, так алло. У кого? Да, я здесь. Алло. 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 Монте-Карло. Да, Мексика. Короче, ты уходишь от ответа, так у кого? Мой бывший или твой нынешний? Кто? Знаешь, мой нынешний вообще без разговоров, поэтому... А, да, да. Покажешь? Ты обещала. Я думаю, нет, Ален, возможно. В смысле? Ты обещала показать его. Надеюсь, таких фотографий. Да не таких фотографий, я же типа просто шучу. Мы же договаривались, ты покажешь. Кукурузка. Кукурузка. Привет. Это Алена, ты ее знаешь. Очень приятно познакомиться. А вы знаете, кстати, друг друга. А это Стич. Мы знаем друг друга. Да ёшкин кот. Все, мы же знаем друг друга. Ок. Мне нравится эта маска. Она очень... Короче, Алена, вот такая вечеринка, вот такая красота, как сказал бы один наш общий знакомый, но не скажет, потому что он сейчас в другом месте. А, знаешь что, вот я сижу и думаю, вот 30 дней сидеть в квартире, как ты считаешь вообще, это реально затянется, это может затянуться на 30 дней, на больше, или все-таки, что это может разрулиться немножко раньше? Я вообще, мне тут просто разные сведения говорят, но все говорят, что скорее всего, ну, так, что это, до сентября. Вот, ну, там уже, ты знаешь как, я думаю... До сентября что, карантин домашний? Ну, я не уверена, но вполне возможно, может быть и так, потому что вот все, какие были прогнозы, то есть, что сначала до 4 до сих пор официально, это же вроде как выходные продлили, я не в курсе, надо читать законы и так далее, что там устав. Ты здесь или ты зависла? Да, я здесь. А, ты здесь. Ну вот, поэтому будем надеяться, что скоро все это разрешится. Так, что еще? Что ты хотела сказать, Мекс? Блядь, до сентября, типа, ты сейчас, Ну, возможно, до сентября.
А может, и нет. А может, и раньше. О, у меня там... И чё, и чё ты хотела сказать? Чё ты хотела сказать, забыла? Мама, быстро иди туда. Да, чё там случилось? Там Алиса кричит на... Ну всё, сейчас. О, блин, ну что... Ой, моя маленькая! Какая ты красивая. Ой. Блин, ну чё, а чё... Отдай ухо. Не, сиди, всё, это не детский разговор. Все, тебя забирают, я так понимаю. Да, что меня забирают. Хотела что-то тебе еще сказать такое важное. А, мы спеть-то хотели. Алена. Yes, I am. Ноутбук, где я могу включить данную композицию? Давай следующий эфир, мы с тобой подготовим песню и споем. Можем. Ну, типа так, мы будем петь, как звезды настоящие, топовые прям. У нас должны быть микрофоны, мы должны с тобой одеться. У меня длинные, есть уже длинные красивые бальные платья. Сейчас, подожди, где мой микрофон? Мы должны... Обязательно должна быть подтанцовка, Алена. Без подтанцовки. Да, обязательно мой микрофон. Что это за фалоимитатор? Должна быть выучена связка. Связка? Вот он, у меня микрофон. У тебя должна быть... Я готова. Пожалуйста. Что поем? Давай. Блин, у меня просто сейчас... Пожалуйста. Я смотрю на этот твой микрофон и вспоминаю фотографию Ильи. Прости. То есть все-таки он был the best, я так понимаю. Ладно, Алён, шутки шутками, на самом деле не будем трогать, знаешь, чтобы не воняло. Да мы вообще о чем? Я не знаю. Я не понимаю. О микрофоне. Кто, что, где, я. Слышишь? А я вообще про песню, собственно говоря. Ну, про песню сейчас. Песня. Ну, какую мы песню будем? Какую будем? Я предлагаю спеть этот. Наталья Королёва «Жёлтые тюльпаны». Давай. 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 А с чего начнем? Ну, сначала нам нужны в кадр желтые тюльпаны. Нет, сначала нам нужны желтые тюльпаны. Подойдет? Тюльпан? Желтый. Тюльпанчик. Только я нужно тогда перевернуть. Ален, меня твоя дочка возненавидит, потому что она тебя зовет. Нет. Какие вы, как вы похожи, не могу, такие прям бусинки. Блин, а сколько? Видишь, 7? 6? Да, вот будет сейчас 7, прикинь. Капец, время летит. Во сколько ты родила? Еще раз поговорила. 27. 28, 29, 30, 31, 32, 33. Да, в 27. Блин, скажите просто... Плохая память. Просто человек настолько не выглядит на свой возраст, что хочется спросить, где ты украла этих детей. Я их выкрала у соседей. Ладно, Ален, короче, давай тогда выйдите, укладывайте малую. Давай. Ну, ты должна спеть строчку. Как бы это был наш уговор сегодняшнего вечера. Shine bright like a diamond. Я-то эту песню не знаю. Давай, как она начинается-то? Лекс, давай, я подпою. Давай, ты должна... Shine bright! Нет, нет, нет. Там сначала идет проигрыш. Ты нужно изобразить проигрыш. Давай. Давай, у тебя есть пианино? Да я угораю, Алена! Нет, в том-то и дело, ты должна... Нет, знаешь, ты учила эту песню, очень крутая песня, я хочу это услышать. Ты понимаешь? Просто мне нужно включить музыку, типа я не могу сесть, это просто физически. Это слова какие там? Какие там слова? Я только... Давай пой, все говорят. Файлайн. Что там? Мне нужна музыка! Shine bright like... Нет. Shine bright! Чё? Говори давай. Ладно. Tonight. Do-do.
Shine bright like a diamond. Ты здесь? Или ты зависла? Смотри, она специально зависла. Специально зависла, чтобы не петь. Она знает эту песню и не хочет ее спеть. Мексичка, ты от меня не отделаешься. Значит, в следующий раз мы с тобой поем песню. Кукусик, минуту. Минуту! Ну все, Мексика отказывается петь, значит, мы ее ждем на следующий эфир, подготовленную будем петь и тоже подготовимся. Мы вас всех очень-очень любим. Подписывайтесь на наш канал. На нас. Видео. Вот, если где-то какие-то чувства чьи-то оскорбили, то не хотели. Очень сильно вас любим. Пока. Okay.